попытка построения патриотизма, какой-то совести в стране путем гимнов и маршей, ну и так далее. Все это мы проходили. Только гражданское общество, только равенство всех перед законом, всех, абсолютно всех, и вас, и меня, тогда... Здесь что-то начнется. Что-то начнется, и мы будем строить и больницы, и помогать и детям. За эти 8 лет не построили ни одного крупного современного наукоемкого предприятия, которым можно было гордиться. Собираемся отверткой. Китай построил и 10 миллионов машин в этом году выпустить на полноценных конвейерах. Посмотрите бюджет триклетку подписанный. 1% на деревню, которая задыхается в нищете и так далее, и меньше 3% на социальные программы. На село мы вносили 10%, на социалку минимум 15%. Это хорошо известно, и тем не менее эти предложения правительством не были приняты. Где теперь крикуны и печальники? Отшумели и сгинули с молода. А молчальники вышли в начальники, потому что молчание... золото.